Вас приветствует Ирина Поваренок. Сегодня у меня для вас рецепт оригинального торта на завтрак или на десерт из овсяных хлопьев. Для начала мы будем готовить овсяные коржи на сковороде. Для них нам требуется стакан овсяных хлопьев, полстакана воды, 3 яйца, почищенные от семечек финики и пол чайной ложки соли. Для нашего теста мы все засыпаем в одну миску, тщательно перемешиваем. Тесто должно быть похоже по консистенции на сметанку, то есть не очень жидко, чтобы не растекалось по сковороде, потому что мы делаем коржи, а не блины. Все оставляем на полчаса, чтобы овсянка набухла и финики отдали свою сладость. Тесто наше готово, теперь приступаем к выпечке овсяных коржей. Из этой порции должно выйти 5 штук. Коржи мы выпекаем на антипригарной сковороде по 3 минуты с каждой стороны. Вот наши блинчики готовы, теперь мы приступаем к начинке, которую будем промазывать каждый слой. Нам потребуется йогурт, банан, корица и тертый шоколад, который мы украсим сверху наш торт. Бананы мы режем на мелкие дольки. Каждый блин мы промазываем йогуртом. Выкладываем один банан. И сверху посыпаем корицей. И так с каждым слоем. Вот такой у нас получился торт в сборе. Отправляем его в холодильник на пару часов постоять. И пробуйте готовить. Всем приятного аппетита!